Привет. Я сам на полигоне, дабы соблюдать карантин. И решил отснять видео пристрелки нового комплекта стрел, обзор на которых есть уже на моем канале. Моей сегодняшней целью будут теннисные мячики. Диаметр теннисного мячика чуть меньше диаметра десятки на дистанции 50 метров. Первый сет буду делать из 6 выстрелов. Буду отрабатывать среднюю мишень и постараюсь сделать хорошую группу. Снимаю несколькими камерами, чтобы это было всем хорошо видно. Хорошо. Первый выстрел. Неплохо, даю легкую поправку на солнце. Сюда же. Попадание в цель на третьем выстреле. Стрелы очень хорошо себя отрабатывают, пока, можно сказать, доволен. Надо было не делать этот выстрел. Лук немножко сложил. Ну, горизонт идеально. Много стрела ушла левее. Даю еще поправку на солнце, так как оно в самом зените. И это первый, можно сказать, пристрелочный сет. Сделал первый пристрелочный сет. Одна стрела ушла немножко левее. Моя ошибка. Лук сложил. Нужно было вытянуться заново. Но пожадничал, сделал выстрел. Группой в целом доволен. С учетом того, что это первый пристрелочный сет. Дал необходимые поправки. Делаю второй сет. Беру опять среднюю мишень и стараюсь сделать еще одну хорошую группу. На первом сете стрелы великолепно себя отработали, показали хорошую кучность и, соответственно, идеальную траекторию полета. Но все это благодаря правильной сборке стрелы. Если вы свои стрелы собираете не сами, ожидать, что они у вас
дадут какой-то положительный результат, по крайней мере, глупо. Все, что касается стрельбы, не поленюсь повторить, во все нужно вникать, все нужно делать, учиться и уметь делать самостоятельно. Только тогда вы достигнете ожидаемого хорошего результата. Итак, делаю выстрел на дистанции 50 метров, мишень, теннисный мячик, диаметр чуть меньше десятки для данной дистанции. Делаю выстрел по средней цели, стараюсь сделать группу и посмотреть на кучность работы стрел. Первый выстрел, попадание в цель, есть. Поскольку я хочу собрать группу, на свой страх и риск делаю все 6 выстрелов туда же. Я бы даже сказал, опасно хорошо для стрел. Там же. Хотел сложить, но лучше сделать. Делаю 6-й выстрел и иду смотреть группу. Чуть выше пошла стрела, подкинул в бок. Смотрели группу. Группа по сути идеальная, то есть все в желтой зоне. Две стрелы сделали десятку, но по сути вот это третья, потому что габаритного с мячиком группу всю можно видеть. Здесь немножко ошибку допустил, подкинул блок. В целом стрелы идеально себя отрабатывают. Настолько близко, что боюсь карбон как бы не попортить. Очень отлично работают.
Я думаю, вторым по значимости после качественной настройки вашего лука или арбалета является это хорошая и правильная сборка вашей стрелы. Итак, иду делать следующий сет по трем мячикам. Делаю по два выстрела. Если с первого поражаю цель, значит перехожу на следующий и так далее. Делаю 6 выстрелов. Делаю 6 выстрелов. Первое попадание есть. Прихожу на Моя была ошибка, надо было не делать выстрел. Сейчас возьму. Отлично. Второй стрелок. Добиваю второй мячик. У меня 3 стрелы и остался крайний мячик. Попадание есть. Ну, 2 стрелы есть, раскидаю их на кучность. 4 стрел поразил все 3 мишени 4 стрелами. Делаю 2 крайних выстрела. Туда же. И возьму 6 выстрел на первый мячик. Чуть правее. Ну, в целом результатом доволен. Стрелы отличные. Первый выстрел — попадание в мячик, его даже закрутило, накрутило. Перешел попадание в мячик. 2 попадания, 6 выстрелов. Я поразил все 3 мишени. Соответственно, записывать всю тренировку не имеет смысла. Просто хотел поделиться с вами о том, насколько важно, чтобы ваша стрела была правильно собрана и желательно собрана вами. Так как только тогда вы можете, как говорится, спать спокойно, выходить на любые турниры и понимать, что ваши стрелы вас не подведут, ваш лук вас настроенный вами никогда вас не подведет. И это будет говорить о том, что ваш уровень в целом, как спортсмена, как охотника, как лучника, достаточно высок, и вы в состоянии сами обслужить свое увлечение, хобби, либо
свою профессиональную деятельность. Вот как-то так. Стрелы идеальные, комплектом доволен. Результат, можно сказать, налицо. Дистанция 50 метров, с учетом того, что ветер достаточно сильный, ветер справа, стрелу немножечко относило, давал поправки, но в целом всем доволен. Все, всем пока, до скорой встречи.